Вопрос обеспечения стабильности и безопасности внутри Беларуси в этом текущем году непростом. Мы никогда не скрывали это. Я постоянно об этом говорил. Очень будет непростой год. И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы вот этого давления, притом по всем направлениям. Сегодня уже нам претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять в нарушение всех хартий там, и так далее и тому подобное. Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку, потихоньку, не мытьем, так катанем, хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы, это конкретные действия идут из-за рубежа. К счастью, мы обнаружили все эти центры, знаем всех этих змагаров и беглых из Беларуси, но знать мало. Этому надо противостоять. Как будем действовать в случае обострения ситуации? Все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины, видите, вспыхнула опять Украина, и других постсоветских республик. Мы давно об этом договаривались, и я думаю, что вы уже к этому готовы.